цифра дня открывает выпуск деловых новостей. Дефицит федерального бюджета Соединенных Штатов Америки составил 100 миллиардов долларов. Это полностью подтверждает прогнозы аналитиков. Годом ранее показатель был почти вдвое меньше – 63 миллиарда. Смотрите сегодня. Медаль за профессионализм сборная России вернулась победителем с первенства «Евроскиллз». Боятся кувалды, почти все банкоматы профнепригодны. Подробности прямо сейчас. В студии работает Мария Черешнева. Здравствуйте. Большинство россиян считают, что устроиться на хорошую работу помогают только личные связи. Аналитики спросили, что люди думают о вариантах трудоустройства, и больше половины опрошенных, 65%, сказали, что обратятся за помощью к родственникам и друзьям, проще говоря, по знакомству. На второе место вышли соцсети. 24% опрошенных признались, что им помогли найти хорошую работу паблики. Одни там искали объявления, другие размещали резюме в личных аккаунтах. Кстати, это самый популярный способ поиска работы с высоким доходом. А 18% россиян не прогадали, доверив судьбу службам занятости. В Новосибирске тем временем поздравили с отличным результатом тех, кто работу выбрал по душе и получает соответствующее техническое образование. Сборная России стала лучшей в чемпионате Европы по профессиональному мастерству «Евроскиллз». Две медали в копилку принесли новосибирские студенты. Соревнования проходили в конце сентября этого года. В Будапеште сборная России завоевала 19 медалей в разных номинациях. 10 российских участников получили знаки отличия за профессионализм. Две награды у новосибирцев. Анна Кронцева, выпускница колледжа парикмахерского искусства, привезла с чемпионата серебряную медаль. Егор Свалов в компетенции электромонтаж занял 5-е место. Когда ты вливаешься в эту сферу, ты общаешься с настоящими профессионалами. То есть, как в колледже ты больше теорию изучаешь, а здесь уже больше практики. И здесь, то есть, на чемпионате используются передовые технологии, вот системы автоматизации, там всякие реле, то есть, которые нужно программировать, и ты с этим работаешь. И, на самом деле, у меня такое чувство, что как будто я 2 учебных заведения за эти 4 года закончил. Индия становится одним из важнейших внешнеэкономических партнеров Новосибирской области. Пока она занимает 7-е место. Впереди в том числе Казахстан, Болгария, Украина и Иран. Лидером по товарообороту остается Китай – 409 миллионов долларов. Гораздо ниже показатель Германии – 195 миллионов. Объем новосибирского экспорта в Индию составил 103,5 миллиона. Большинство банкоматов можно взломать за 15 минут. Об уязвимости к атакам 85% машин сообщили инженеры международной компании Positive Technologies. Большинство банкоматов, по их данным, работают на устаревшем программном обеспечении, но владельцы крайне редко задумываются о том, чтобы его обновить. В то же время реальные хакерские атаки не такое уж частое явление. В частности, хищение денег с помощью скримеров практически ушло в прошлое. Вместе с магнитными картами в настоящее время все банковские карты в России работают на чипах. Самый эффективный способ взлома банкомата по-прежнему – грубая сила. Как правило, взломщики вооружаются кувалдой. Банк России уверен в том, что сможет справиться с возможным усилением внешних шоков и купировать риски финансовой стабильности в этом случае. Об этом накануне заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Цитирую. «Мы уже не раз использовали эти инструменты и уверены в том, что сможем своевременно купировать риски финансовой стабильности в ситуации возможного усиления внешних шоков». И напоследок, редчайший в мире южноафриканский розовый бриллиант продали за 45,5 миллионов швейцарских франков. В переводе на рубли это около 3 миллиардов. И это абсолютный рекорд стоимости за камень массой в 19 карат. Впрочем, прежде бриллианты подобного размера и не продавали. А на этом у меня все. До встречи! Смотрите эфир и архив записи телеканала ОТС в сервисе Пирс ТВ.